В ближайшее время проверят все городские пляжи и набережные. Анатолий Пахомов поручил главам районов и управлений представить ему дорожные карты. Подробный план, как ведется подготовка к началу сезона. По мнению мэра, благоустройство охватывает далеко не весь курорт. Больше всего замечаний к состоянию Дагомысской набережной. Выехать туда на набережную, все то, что незаконно построено, все то, что не соответствует правилам землепользования, на пляжных территориях снести. Не соответствует стандартам европейских курортов, считает глава города, и многие сочинские пляжи. По-прежнему остается актуальной проблема размещения на морском берегу торговых точек, например, на пляжах, которые находятся в ведении железнодорожников. В компании РЖД накопилось и много других вопросов. На совещании пришли к выводу, что нужно провести рейд по береговым территориям с участием руководства Северо-Кавказской железной дороги. Вы делаете фотографии того, что они там пораздавали, приносите договора, и в сопровождении доклад должен быть, что вот территория, вот должна быть вот так. Вот эскиз, который мы предлагали, он должен выглядеть вот так. На самом деле заключены договора с железной дорогой, и будут там установлены торговые точки. Мы начальнику или замначальника будем спрашивать, кто это сделал, почему это сделали, почему нарушили законы Российской Федерации. За некачественное благоустройство будут штрафовать и даже расторгать договор аренды. В практике Сочи уже есть подобные примеры. Среди первых кандидатов – пляж «Солнечный». Всего в курортный сезон в городе будет работать 183 пляжа, что на 8 больше, чем в прошлом году. Это связано с увеличением туристического потока. Но, несмотря на большое количество гостей и популярность зимних горнолыжных курортов, по налогам и сборам в Сочи существенный недобор. Согласно квартальному плану, только по курортной и туристической отрасли бюджет недосчитался 123 миллионов рублей. Предприятия возвращают налоги на прибыль и земельные налоги в основном в судебном порядке. Как считает Анатолий Пахомов, в этом есть и вина налоговой службы. Там по главной отрасли не добирают. И то, что у нас не хватает денег на социальные нужды, в том числе и по пенсионерам, это вот их вина. Но у нас курорт работает круглый год. Предпринимателей полно. На 1000 сколько? На 1300 больше зарегистрировалось. Где налоги? Или вы это не отслеживаете? Анатолий Пахомов также дал поручение привести в порядок улицу Дивноморскую, а дорожным службам разобраться с ситуацией на дорогах. Жители жалуются, что на курортном проспекте от улицы Яна Фабрициуса до Театральной часто образуются пробки из-за светофоров. Мэр попросил их зря не включать и разобраться в системе дорожных указателей. Они должны более доходчиво объяснять гостям Сочи, как попасть на дублер курортного проспекта. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.